Это просто офигенски. 200 заявок за 2 дня. Это просто офигеть. Я не такое сам не ожидал. Я такой сам даже собой горжусь. Остановил заявки, потому что нереально не успеваем. На ютубе просто просмотров, показов. Уже начали продавать, уже добились успехов. Первое место 500 тысяч. Крутую тему я наконец-то открыл для всех, потому что это было только для моих друзей, знакомых. И теперь вы можете со мной начать дропшип. Зарабатывать на этом деньги. Навел заявки, потому что нереально не успеваем отвечать, потому что чаще всего я сам отвечаю. Ищите 266 просмотров и 148 мне написала, позвонила, еще добавили нас в избранное, и просто это офигеть как круто. И просто столько заявок, я не знаю, куда одеваться. И опять же на том же ютубчике, давайте посмотрим. На ютубе просто просмотров, показов, а это тоже круто, 1600 просмотров, 150 на Авито и 50 на ютубе, бесплатный трафик, Авито, к сожалению, платный, ушло у меня сколько там, 3000 рублей, но это стоило того, потому что со мной стали работать и заниматься дропшипом. 29 подписчиков еще у меня. Спасибо, ребята, очень рад, не подведу вас, буду показывать крутые вещи, как создавать свой бизнес именно с нами. Давайте с вами теперь обратимся к нашей аналитике. Сколько же ребята зарабатывают? Ну, вот этот у нас, как говорится, премиальный человек, который очень хорошо зарабатывает. И смотрите на чем. Первое место 500 тысяч рублей на продажах сумок для кошек, для собачек, которые переноска для них. Просто офигеть, сколько он их продал, и они закончились. И мы сейчас ждем как раз нового поступления с этого. Вот второе место, набор для чистки гаджетов, электроодеяло. Такие вещи продаются. Это у этого человека. Он продает здесь на несколько миллионов рублей. Вот давайте в другого человека, который не занимается своим, создал товары, и у него такие еле-еле продажи идут, хотя и такие же фотографии, хотя и такие же товары, но у него меньше продаж. Как я уже говорил, что надо заниматься магазином и делать на нем ставки, улучшать, всегда работать. Вот этот человек просто создал карточки и ничего больше не делает. Ну и, конечно, у него продаж здесь, ну не знаю, на 300 что ли. Ну, короче, мало. Так делать не надо. Надо заниматься карточкой. Не надо делать миллион карточек. Надо сделать 10 карточек, которые вам будут делать миллион. Вот это другой подход. Правильный подход. Так, давайте вот как раз что же человек продает. Зонтики. Сейчас как раз скоро весна. Зонтики опять надобятся. Опять будут продаваться хорошо. Потому что здесь разные категории. Игрушки. Светильники тоже, вот, здесь мало продаж, да, вот тоже, видите, на 100, короче, сумки вот нормально продаются, по 100 тысяч рублей, песочные часы еще, вот такая вещь продается, представляете, это какого века было, я не помню даже, но до сих пор их дарят, представляете, на 17 тысяч рублей человек продал, сумочка такая вот интересная, хамелеон меняет цвет, но она не продается. Но вы можете сделать нормальную карточку, ее улучшить, и у вас они начнутся продаваться. Давайте на Яндекс перебежим, тоже посмотрим, что же здесь продается. Видите, сколько тоже отзывов. Здесь, к сожалению, не показано, сколько зарабатывать. Но здесь можно именно по отзывам, что это идут продажи у него. Здесь опять же нужно заниматься. И этому мы также всему научим, как это делать. Какие вот для вас вещи все перед вами. Вы можете их все вставлять и все это продавать. Достаточно разнообразие тоже по озону. Потому что мы работаем и в Валберис, и Озон, и Яндекс, все это мы работаем, и вы спокойно можете это продавать. Смотрите, вот этот дешевый товар, я о нем уже говорил, человек на 1019 продаж сделал, вот так что вот такая вещь тоже продается, где, конечно, дохода очень мало, но все равно какая-то копейка останется. Практически похожи, но можно разные цены ставить, один тоже товар, и у вас будут разные продажи. Здесь у нас на 613, здесь на 57 штучек продалось. Всякие дайсоны, типа дайсона, тоже продажи идут. Вот такие вот вещи, когда создаешь нормальный фон, красивый, привлекающий внимание, то и это все покупается и окупается тоже. Ну вот видите, что здесь у нас продается, всякие массажеры вакуумные тоже. С каждым товаром нужно заниматься, и они у вас будут хорошо продаваться.
Кабинет, я тоже начинающий, недавно начал, и у него вот на 10 и на 100 тысяч продаж всего лишь. Так что даже начинающий, который не сильно что-то сделал, если у него карточек очень мало, захотите нормально зарабатывать, то вы приложите к этому силу, и у вас будет не 100 тысяч, а 1 000 000 рублей за месяц. Как вот этот человек на одном товаре, он делает 500. Собрать все эти сумки, то у него да, где-то около 600 тысяч рублей на сумках он зарабатывает. Поэтому для вас есть большой список товаров, которые всегда есть, и просто будете следить за этим. Я вам сделал такой лайфхак. У нас есть чат, где мы пишем, что закончилось, что приехало. И вот для вас. Когда заканчивается товар часто, то надо понять, значит, этот товар хорошо продается, значит, тебе его надо обязательно себе добавить, чтобы было тоже много продаж. Мы опять же привозим их больше, когда видим, что он больше продается, мы сразу, естественно, понимаем, ага, значит, он продается больше, надо его перевести также в большом количестве. И у нас он появляется в большом количестве. Видим, когда заканчивается, мы заранее заказываем с Китая, он пока еще едет и приезжает, и поступление к нам. И она приезжает на склады, и мы говорим вам, что ура, товар пришел. Какие возможности вас еще ожидать, потому что у нас не только дропшиппинг, у нас еще есть другие вещи, где у нас инвестора работают, где у нас развитие других бизнесов также действует. В этом все вы можете с нами вместе начинать и развиваться. А от вас мне главное, чтобы было желание что-то создавать, делать и работать. Не просто так. Здесь нужно именно поработать. Тогда у вас будет все. Поработать хорошо, вы получите результат, который вы всегда хотели. До связи и увидимся в следующем видео. Это была часть третья, а часть первую и часть вторую про дропшип можно посмотреть на нашем канале. Переходи по ссылке.